Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. И сегодня я хочу поделиться с вами замечательной Викаурой, которая поможет вам не пропускать какие-либо дневные или еженедельные активности в корте и утробе для прокачки репутации с кодексом Архивариуса. Эта Викаура попала мне в руки еще 5 числа, но только сегодня я решил чуточку отдохнуть от стримов и записываю этот видосик. Давайте немножечко поговорим об этой Викауре. Что есть что, потому что у людей иногда вопрос есть, например, кто такие гергеры, кто они, где они спавнятся. Начнем с самой первой строчки, пожалуй. Фиолетовые мобы. Это самые обычные мобцы, только в фиолетовой рамке, и чтобы их увидеть, нужно купить итем у кодекса Архивариуса. Он дешевый, поэтому спокойно его покупаем. Гергеры. Гергеры спавнятся очень редко. Это маленькие такие мопцы, которых видно через стенку, у них тоже фиолетовая рамка, но за ними идет прям нереальная охота. Их можно килять 4 штуки в день, но у меня их удается килять, не знаю, 2-3 штучки там, в неделю. Это по факту мало. Грибы — это самая обычная структура, текстура, которую мы лутаем. Лутаем иногда полезные грибочки по типу вкусных для кормлёжки темной лапы, а иногда лутаем бесполезные грибы. Собираем их 5 штук в день, и все, больше нельзя. Гнезда аналогично, 5 штук в день лутаем, и все на этом. Тайник верных утробе, сундучки, которые у нас помечены розовым цветом, если мы скачаем модификацию Handy Notes. Чтобы их включить, мы нажимаем на сундучок и прокликиваем тут различные галочки. А далее кости, камни, релики. Различный мусор, который разбросан по корте. Мы его лутаем ежедневно, а поможет нам в этом клетка с дрессированным громитом. Покупаем у кодекса Архивариуса, и все. И он ищет нам их. Такой вот питомец бегает. Он еще подсвечивается в тот момент, когда что-либо находит. Сосуд с анимой. Без рифта, но также есть еще и в рифте. Что такое рифт? Рифт — это мир иной. Чтобы туда войти, нужно найти портальчик серого цвета, и юзнуть его. Для того, чтобы его юзнуть, чтобы вас перенесло в мир иной, нужен восстановленный ключ разлома. Если у вас его нет, постарайтесь дропнуть. Если вы не можете его дропнуть, ну, попросите друга, чтобы он открыл вам портал в мир иной с помощью коллапсирующего камня разлома. Получается, он с хранилища завала, сундука завала, по-моему, так он называется. И все, можно открыть портальчик в мир иной в любом месте. Удобно абсолютно для всех. Сосуд с анимой без рифта находится на ковенантском нападении. Сосуд с анимой в рифте находится в определенных точках, которые видны с помощью модификации Handy Notes в утробе. Далее. Сундуки внутри рифта. Можно сказать, это то же самое, что и тайник верных утробе, только в рифте. Сундук у рейда SOD, Sanctum of Domination. Это текущий рейд, святилище господства. И да, там находится сундучок, который надо лутать ежедневно. Сундук верных Хелии. Аналогично сундук с призрачным замком. Чтобы его открыть, нужно найти 3 ключика. Если у нас есть модификация Handy Notes, мы кликаем левой кнопкой по сундучку, и у нас начинаются синие точки. Там лежат ключи. На этом все. Вашечку загружу на какой-нибудь файлообменник и закину ссылочку в описании. Также вашечка это лежит в канале «Сетевые анонсы» в моем дискорде. Ссылки в описании. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого!